Привет, ребята! И с вами снова сестрички. И ура! У нас снова продают лол! Еще у нас появились вот такие вот сестрички. Конфетти Поп. А больших сестричек у нас еще не продают. Ну что, с чего мы будем начинать? Давайте начнем с маленькой. Ой, здесь кошечка и... Ну, как будто он спит. Смотрите, у меня попался малиновый шарик. Они меняют цвет. Все, больше нет, ничего, открываем. А где вкладыш? А, вот он. Давайте посмотрим, какие здесь сестрички. Здесь есть даже старшие сестрички. Вау. Вот это есть на картинке. Угу. Вот это у нее есть бутылочка молочка, я думала. А где же малышки? А вот они. Я хочу, чтобы мне попалось. Смотри, есть это. Вот это. Вот это вот. Она мне нравится. Ну ладно, давайте посмотрим, какая мне попадется. Здесь 3 пакетика. Здесь куколка. Мы ее откроем в самой последней. Сумочки. Еще 4 пакетика. Это шапочка с глазками. Это брелочек, чтобы можно было вешать шарик, например, на сумочку или на портфель. Теперь мы откроем вот это. Это таблет или какой-то, не знаю. Это, я думаю, что это таблет. Таблет. Что это? Dream Theory. Я видела в одной девочке. Это книжка. Теперь куколка. Смотрите, какая она миленькая. У нее черно-белые волосы, и потом, как здесь видно, если ты ее опустишь в холодную воду, здесь станет красный или розовый, да, розовый. Это шапочка для старшей сестры. Новый, это Bookworm. Не розовый шарик. Ну... Светло-розовый. Тоже меняет цвет. Вот они пакетики. Вот это вот куколка. Брелочек. Это компьютер? Или что это? Да, это компьютер. Таблет. Это таблет. Открываем большой пакет. Там не кукла. Это аксессуар для старшей сестры. Рюкзак. Вот. Сестричку сюда можно посадить. Ну что, открываем нашу малышку. Мне даже сосочка есть. Мне есть сосочка. Ну что, вот такие сестрички у нас попались. Мы надеемся, что у нас будут продавать еще старшие сестрички с бомбочками. Папушка. Ну что, теперь мы будем открывать наших питомцев. Золотой откуда? Откуда знает Ксюша, что у меня золотой шар? Да. Наверное, и... Подожди. Давай. Здесь у меня платьишко и стрелочка. Стрелочка. И это dress up. Dress. У меня желтый шарик. Первый раз у нас попадается желтый шарик. Наклеечки. Песочек. Здесь у нас песочек. И здесь тоже сюрприз. Смотри. Давайте сначала найдем совочек. Я здесь уже нащупала совочек, так что мы откроем сначала вот это. Да. Я уже вижу, у нас кошечка. Дальше.
Это, я думаю, что это кошечка от неоновой куколки. Да. Давайте дальше. Я этого, или, ну, у нее собачка. Нет, кошечка. У нее то же самое. Да. Это может быть она. Да, это она. Неоновые девочки. Теперь у нас два питомца, которые подходят к нашим куколкам. Я сказала, здесь ботиночки. Ой, только не рассыпать это все. Ну вот, ребят, сейчас мы ей наденем башмачки. И ее зовут Неон Китти. И вот она, Неон Китти. Ребят, посмотрите, как они похожи. У них одинаковые прически. Ну, чулочка нет, покрасила. И ботиночки. Только очки разного цвета. А на картинке показаны белые очки. У меня остался еще один шарик. Давайте его тоже откроем. Вау! У нас такой тоже нету. Розовый шарик, а вот наклеечки. Мне очень интересно, если это собачка или кошечка. Круто, здесь желтый. Здесь желтый лоточек. Это похоже на ошейник. И это ошейник. Кролик! Вот такая тут иглочка. Вау, это повязочка вот такая. В таком большом пакете такая маленькая. Я думаю, что это от Алисы. Зайчик от Алисы. Да! Да, это она! Вот, ребятки, вот этот вот зайчик. Ту девочку зовут Кьюрис Кьюти. А этот Коттон Тейл Кьюти. Вот, ребята, вот она. И они очень похожи. Давайте сейчас откроем песочек. Розовый песочек. Вау! Это кружечка. Это кружечка. Посмотрите. Это чашечка с кофе. Там нарисован зайчик. Чтоб она пила кофе. Вот так вот она пьет кофе. Очень прикольно. Теперь я буду открывать свои два шарика. Нет, такой не было. Музыка в моих ушах. Наверное, это зайка. У меня розовый шарик. Наклеечки. Здесь ничего нету. Чик. Нет, совочки нет. Нет, это совочки. Это корм. Здесь еда. Какая красивая. Или это собачка? А почему собачка? Смотри. Черная бутылка и розовая крышечка. Для бутылки, думаю, я... Что это вот это? Это собачка. Здесь нарисована косточка. Собачка с такими волосами. Эта собачка, наверное, от рокера. У нас такой нету куколки. Точно, это ошейник. Откуда ты знаешь? Потому что я вижу там на фотке. Это ошейник, ребята. Так вот она выглядит. Мне нравится корм так. Ну и теперь мы откроем последний. Это вот. Такое у нас тоже нет. Ярко-светлые наклеечки. Открываем. Опять желтый лоточек.
такая вот оранжевая розовая бутылочка и белая крышечка. Такой большой пакетик. Ты чего? Это повязка на голову. И совочек. И совочек. Это опять собачка. Ой, какая миленькая. Такая. Классная. У нас нету куколки для этой собачки. Она нам не попадалась. Там ботинки в песочке. Да. Такие вот ботиночки. Ну, песочек. Из них так сложно втаскивать песок из-под свечек. Посмотрите, как она меняет цвет. Волосы такие яркие становятся. Соска будет черная. Красится ножки и на груди синие пятнышки. Смотрите, ребят, как поменяла цвет моя куколка. У нее на попке появился вот такой вот рисунок. Сейчас посмотрим, что она умеет делать. Давай. Теперь мы посмотрим, что она делает. Она плачет. Моя плюется. Она писает. Она плюется. Все проверили. А это плюется. Плюется. Ну что, ребят, вот такие вот сюрпризы у нас попались. Если вам понравилось это видео и вы хотите еще, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Всем пока!